Шалом, шаббат, 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 шалом. Друзья, начинаем субботнюю трансляцию. Подключайтесь. Шаббат, шалом. Сегодня утренняя молитва в нашей Киевской архиепископии. Шаббатная молитва. Шаббат, шалом, шаббат, шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом. Шаббат, шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом. Так. Шаббат, шалом. Шаббат, шалом. Шаббат. Вот так вот лучше быть. Шаббат, шаббат. Шаббат шалом. Спасибо тебе, Господь. Спасибо за доброе утро. Аллилуйя. Халы. Шаббат шалом. Плод хлеб из земли и плод виноградной лозы. Что еще евреи надо? Прославить Господа. Хлеб, вино и елей да умножится. Аллилуйя. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат, 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 шалом, шаббат, шалом. Аллилуйя. Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной. Этим добрым утром обновилась милость Твоя, Господь, к нам и в нас, и через нас, верующих. Слава Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя за жизнь. Благодарю Тебя, Господь, за благодать, эту спасение. Благодарю Тебя, Господь, за все. Милостивый Царь, благословенный Бог наш. Аллилуйя. Благодарю, Господь, плод винограда лозы и хлеб из земли. Аллилуйя. Ты произвращаешь, Господи, все. Даешь нам хлеб, даешь нам все необходимо для жизни, благочестия, Боже всемогущий. Я благодарю Тебя, Господь, за все. И, а наипаче за хлеб ангельский. О, и хлеб жизни самого Иисуса Христа. За Иисуса Христа благодарю Тебя, Господь. За хлеб живой, сходящий с неба, сошедший с неба и пребывающий здесь, пребывающий в нас, верующих. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Хлеб животный. Хлеб жизни. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. 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 Спасибо Тебе, Господь. Спасибо за это доброе утро. Благослови, Господь, сегодня, Боже, продолжение этого праздника. Был вечер, и было утро, день седьмой. И был вечер, и было утро, день. Так как библейский день вот начинается с вечера, и утром продолжение его. Вот. И ночь, вот, которая была, она тоже входит в этот день. Слава Богу! То благодарим Господа за жизнь. За все благодарим. За все Тебя, Отец, я благодарю. Ты искупил от смерти душу мою. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, спасибо, милостивый Бог мой. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благословено царство Твое,
Благословено Твое Царство, Отца, Сына и Святаго Духа. Аллилуйя! Благословено Царство Твое. И этим шабатом, в этот субботний день, благодарю Тебя, Господь. Благоставляю великое имя Твое. Благодарю, Господь Боже, за всех участвующих в этой молитве. И кто подключается сейчас, и потом, кто в записи будет смотреть эту утреннюю молитву. Боже всемогущий, и принимать участие такое уже после этой трансляции. Благослови всех нас. По богатой своей милости благослови, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Боже наш. Спасибо, спасибо. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю. Благодарствую, Господь Боже, за жизнь, за спасение. Аллилуйя. За наши семьи, дома, родных, ближних. Спасибо Тебе, Господь. Боже, Ты хороший Отец, Ты добрый Отец. Я плохой Отец, я злой Отец. Боже, по сравнению с Тобой, Боже, действительно, любой земной отец, даже самый-самый добрейший, он не злой. Если мы, земные отцы, можем, будучи злы, можем даяния благие давать детям нашим, и мы даем благие даяния детям нашим на самом деле. Вот, и для нас это радость, для нас, как родителей, мамы, пап, для нас это радость давать детям блаженье давать, мы это понимаем, больше или меньше. Каждый родитель это понимает, принимает, переживает как-то в своей жизни. Любой родитель это переживает в своей судьбе. Боже, это и есть небольшой отголосок лишь, отблеск Твоей славы, отблеск действительно Твоего сердца. Потому что Ты настоящий благой Отец, и никто не благ. Как только Ты Бог на самом деле. Это 100%. Никто не благ, как только Ты Бог наш. И Ты, Господь, действительно даятель. И Ты любишь даять, Господь, давать. От Тебя всякое даяние благое, и дар совершенный свыше сходит. Дар совершенный свыше. Всякое даяние благое, и дар совершенный свыше сходит от Отца Светов. Благодарю Тебя, Господь, Отец Небесный. Отец Светов, от Тебя отходит этот свет, Господь. Боже, и от Тебя, Господь, рожденный, единорожденный, Господь, первенец, от Тебя, Господь, тот, кто есть свет, просвещающий всякого человека, приходящий в этот мир, свет истинный. Спасибо Тебе, Господь, за свет истинный. Ты, Отец Светов, прими благодарность сегодня за свет истинный, который пришел в этот мир и вот 2000 лет просвещает сидящих во тьме и тени смертной. Для всех воссиял свет Твой, Господь. Спасибо Тебе через Иешуа Машиаха, через Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь Боже. Благодарю за жизнь вечную, дар Твой. Божественный дар, Отец Светов. Божественный дар во Христе Иисусе, Господе нашим. О, и ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Благодарю Тебя, Господь, за все, за жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую во Христе Иисусе Господе нашем, в Твоей любви, по благодати Твоей. Спасибо, спасибо, милостивый Бог. И Бог, Отец Светов, во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, спасибо. О, Отец, спасибо. Иисус, спасибо. О, Дух, спасибо.
спасибо, да спасибо. Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою ты отдал, о, спасибо. Иисус, спасибо, за все спасибо, спасибо, да спасибо. Благодарю, Господь, благодарю, что свободу мне дал. Исцеление, свобода через кровь Христа, прощение, искупление через кровь Иисуса Христа. Аллилуйя! Силы тьмы трепещут, они побеждены. Дух, душа и тело совершенно спасены. Есть совершенная свобода, свобода через кровь Христа. Свобода через кровь Христа, свобода через кровь Христа, свобода, исцеление через кровь Христа и прощение через кровь Христа. О, силы тьмы трепещут, они побеждены, дух, душа и тело совершенно спасены. Есть совершенная свобода, свобода через кровь Христа. Прощение через кровь Христа, прощение через кровь Христа. Исцеление через кровь Христа, исцеление через кровь Христа. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Спасибо, милостивый Бог наш, спасибо, благодарю Тебя, Господь, благодарю. Благоставляю великое имя Твое, Боже всемогущий. Благословен Ты, Бог наш, благословен Господь, Боже всемогущий. Спасибо. Аллилуйя, аллилуйя. Ты, Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь. Тебя поем, восхваляем, Боже наш, и молимся Тебе. Господь, благослови нас и дари сии, Господь, слава Тебе. Благословен Бог наш, всегда, ныне присно, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю небесный, утешителю, дух истины, ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, ты пришел и вселился в нас и очистил нас от всякой скверны. И ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Слава Тебе, Господь, Бог всемогущий, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь, за спасение, дар Твой, Боже, за исцеление, дар Твой, благословение, все Твои благословения, Твой дар, Господь, спасибо Тебе, через кровь божественную Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь, за этот шаббат, который, Боже, в присутствии Господина Шаббата. Спасибо Тебе, Господин Шаббата. Спасибо Тебе, Боже всемогущий. Ты сейчас здесь, и Ты сейчас и
в сердце моем и в сердцах верующих и среди нас. Благословенный Царь наш, благословенный Бог наш. Аллилуйя. Аминь. Спасибо тебе, Боже всемогущий. Благодарю тебя. И беру кусочек хала снова сегодня. Боже всемогущий, благословен ты, Бог наш, давший нам хлеб из земли. И благословен ты, Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. И соверши, Господи, хлеб сей честным телом Христа Твоего. Аминь. А то, что в чаше сей, честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив это Духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Тело Христово примите, дамы и господа, братья и сестры, источника бессмертного вкусите. Бессмертие источника. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Ты моя жизнь вечная. Ты благословение, ты исцеление, ты освобождение, ты счастье неземное. Благодарю тебя, Господь. Аминь. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь, спасибо. Аллилуйя! Аминь! Благодарю тебя, Господи, за хлеб живой. Аллилуйя! Спасибо. Вот такие нет, замечательные халы две. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Праздник будем продолжать. Но я сейчас завершаю молитву и уже уезжаю. Прямо сейчас еду я на молитву в Каплицу святого Иосифа, часовню святого Иосифа. Вот, хотя начало объявил я на 9 утра, но, конечно, я приезжаю туда раньше, вот, помолиться. Вот, там хорошее место такое как раз, тем более рано утром, никого нету. Вот, и это здесь в Киеве, недалеко от Дарницкого вокзала и Дарницкого рынка. Ну, между Дарницким вокзалом и парком Партизанской славы, так примерно, территориально, чтобы было понятно. Можете посмотреть по карте. В улице Вереснева, 24. 24. Улица Вереснева, это как по-русски Сентябрьская. Я вначале не понял, думаю, Сентябрьская. А, ну да, Сентябрьская. Вересень. Улица Вереснева, значит, улица Сентябрьская, 20, дом 24. Вот, Вереснева, 24, там комплекс магазинов, таких, Автоград, по-моему, называется, как-то так. То есть, связано с автозапчастями. Поэтому, если вы автолюбитель, то вам там будет просто рай для автолюбителя. Вот, и по ценам, и по всему. Вот, но самое хорошее, что там есть в этом, дай Бог здоровья этим руководителям этого автоцентра, этого, ну, этих сети этих магазинов там, расположенных прямо вот в этом комплексе. Вот, значит, потому что там, значит, они выделили совершенно так вот просто, бесплатно выделили помещение. Вот, на первом этаже, которое переоборудовали, изначально оборудовали, там, значит, там не было даже магазина. Только отремонтировали, тут же сделали там каплицу, часовню святого Иосифа назвали его. Часовня святого Иосифа. Каплица святого Иосифа. Вот, и там, значит, проводят служение, там священнослужитель отец Сергий, так, Киевского патриархата. Вот, а по субботам, вот, ваш покорный слуга, я буду приезжать туда. Я уже приезжал в прошлую субботу. Там была Любовь Давыдовна Кушнир, кстати, один из наших священников, одна из женщин-священников здесь, в Киеве, которая, кстати, ведет мессианское служение, вот, такое очень важное. И я думаю, что сегодня она тоже будет, она обещала быть.
Вот, так что мы с ними увидимся вновь, значит, и запишем некоторые видео, даст Бог. Вот, ну и кто приедет еще тоже, может, отец Алексей сможет быть, хотя он сегодня после ночной, но, может, хотя бы заедет помолиться с нами. Посмотрим. Как вот писятники говорят, як дух поведе. Вот, слава Богу, благословляю всех вас, дорогие друзья, во имя Господа Иисуса. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. 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 О, благодарю тебя, Господь, за все, за все. Благодарю тебя, Господь, за жизнь, за семьи. Благодарю сегодня тебя за мою семью. Благоставляю паки и паки, как говорится, снова и снова. Благоставляю свою супругу драгоценную, Ину Сергеевну, благоставляю детей наших, зятя, внука, будущих зятей и, значит, невесток, будущих внучат, правнуков, правнучат. Благоставляю во имя Иисуса Христа. Потому что Бог говорил, что до тысячи родов любящим Его Он благоставляет. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. До тысячи родов благоставляет любящих Его. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Пусть та любовь, которая разгорается с каждым днем все больше и больше в наших сердцах, в сердцах верующих, Боже, любящих, эта любовь Твоя, Господь, разгорается все больше и больше. И пусть эта любовь, она, Господь, запалает. Пусть эта любовь, она дальше, дальше, Господь Божий, горит в сердцах и детей наших, и внуков, и правнуков, и праправнуков, прапрапрапра. До, Господь, до самого конца, Господь, слава Тебе, Боже всемогущий. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, милостивый Бог и Царь. Благодарю Тебя за Твое благословение. Аллилуйя, аллилуйя. Аминь, 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 аминь. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, братики, сестрички, причастников, причастниц, всех поздравляю с причастием святых христовых тайн, тела и крови Господа Иисуса Христа. Благоставляю всех вас, ваши дома, родных, ближних, во имя Господне. Аллилуйя. Вот, и сегодня вечером постараюсь тоже сделать трансляции. Вообще, вот там с 9 утра планирую тоже делать трансляции с Каплицы, потому что прошлую субботу у меня получилось. Технически все было хорошо, смотрю я. Вот, интернет там хороший и позволяет скорость делать трансляции, поэтому я, даст Бог, сделаю трансляции прям там. Так что следите. Хорошо, благоставляю вас. Ну, а воскресенье в Орзеле проповедую. А следующее воскресенье уже остается совсем ничего. Собор, Преображенский собор Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Наш такой реформаторский обновленческий собор. Конференция Евангельская Православная. Аллилуйя. Так что Преображенский собор. Преображенцы удалые, станем славить мы Христа. Да, будем прославлять Господа Иисуса преображенскими такими песнями. Ну, а главная тема, конечно, преображение Господа, преображение Господне, да, и, в общем-то, преображение жизни верующего человека, каждого, преображение наших семей, домов, церквей, общин, значит, и преображение конфессии, деноминации и преображение, конечно, всего тела Иисуса Христа, всей Церкви Господней вкупе. Вот такие главные темы Преображенского нашего собора. Благоставляю всех вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя.